Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня в рубрике «Духовная страничка» я хочу познакомить вас с хором Московского Сретенского монастыря. Хор организован одновременно с монастырем в 1397 году. Насчитывает его история более 600 лет. В период гонения на церковь, в период советской власти, хор прекращал свое существование. С 2005 года хор возглавляет Никон Жила, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Сам он из семи священников. С детства пел в церковном хоре при Троице Сергиевой Лавре. В состав хора входят студенты Сретенской семинарии, выпускники Московской духовной семинарии и академии, а также выпускники Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. Помимо регулярных служб в Сретенском обители, хор участвует в особенно торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, а также ведет активную концертную деятельность и гастролирует по России и зарубежным странам. Также хор исполняет русские, украинские, казачьи песни, песни военных лет и производит запись своих выступлений на компакт-диске. В нашей Куминской библиотеке в фонде есть два диска с записями Сретенского хора. Мы приглашаем вас посетить нашу библиотеку и прикоснуться к миру прекрасного.